Бірген химиялық компания 2009 жылы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша құрылды. Компанияның дамуы бекілген 2019 жылға дейін стратегиясы негізінде жүргізіп жатыр. Негізінде бүгінгі күндегі Бірген химиялық компания бұл жобаларды жүзеге асыру арқылы тиісті салада жаңа активтерді құруға бағыттылған және тез қарқынмен дамитын тарсалалы инвестициялық компания болып табылады. Құрылу сәтінен бастап компанияның капиталы 14 есе көбейді және қазір 41 миллиард теңге құрайды. 2012 жылғы соңғы жағдай бойынша Бірген химиялық компания жобаларға өз қаражаты есебінен 34 миллиард теңге салды және 61 миллиард теңгеге әріптестер мен банктердің инвестициялар тартылды. Яғни Бірген химиялық компанияның әр салынған теңгеге сыртқы қаражаттың 2 теңгеден аса қаражаттары пайдаланып жатыр. Аталған жұмыс Самұрық қазына және республикалық бюджетінің қаражаттарының дерексіздеуінің ықшамдауына жол береді. Осы саясат жалғастырылатын болады. Портфель проектов сформирован Объединенной химической компанией, сформирован в соответствии с мастер-планом развития химической промышленности, которую упоминал Асет Аментаевич, на 2010-2014 годы. Сейчас ОХК и ее дочерние компании реализуют 8 проектов. Планируется получение консолидированной чистой прибыли, начиная с 2017 года. Портфель инвестиционных проектов компании обеспечит возврат инвестиций ОХК в полном объеме уже к 2021 году. Внутренняя доходность портфеля активов прогнозируется на уровне 18%. Средний срок окупаемости проектов, включая период строительства, составляет 6-7 лет. На данном слайде приведены указанные перечисленные проекты. Здесь важно отметить, что общая сумма проектов составляет порядка 8 миллиардов долларов США. И все данные проекты, они сосредоточены именно в двух кластерах, которые упоминались, в Атырау и в Таразе, за исключением Степногорского комбината. Здесь хотелось бы отметить, Сергей Немеч, что в соответствии с вашими комментариями в текущем году были приняты активные меры по ускорению реализации этих проектов, и по состоянию на июль текущего года мы планируем ввести стройку уже на 5 объектах. Первый объект будет завершен в текущем году, это Степногорский комбинат. Далее, в следующем году и начиная со следующего года, ежегодно мы планируем вводить в эксплуатацию по одному предприятию. Следующий слайд. Упомянутый Асетом Анатольевичем СЭС, химический парк «Тарас», создан в соответствии с указом президента в 2012 году. Это есть применение кластерной модели развития химической отрасли. Здесь мы создаем инфраструктуру и запускаем якорные химические производства, создавая тем самым условия для малого и среднего бизнеса, чтобы они могли организовать взаимосвязанные или смежные химические производства по переработке нашей продукции или продукции других компаний, работающих в СЭС. Мы берем на себя реализацию основного звена цепочки добавленной стоимости и строим наиболее капиталоемкие и технологически сложные предприятия. Капитальные вложения по данным проектам составят ориентировочно до 2,5 миллиардов долларов США. Будет произведена продукция для более чем 7 отраслей экономики, включая золотодобывающую отрасль, сельское хозяйство и так далее. Следующий слайд. Очень важно на первом этапе становления СЭС правильно расположить будущие предприятия, разработать процедуры, которые позволят максимально использовать потенциал, заложенный в СЭС. Именно поэтому для управления СЭСом химический парк «Тарас» мы привлекли международную компанию «Джуронг» из Сингапура. Данная компания имеет опыт работы строительства управления специальными экономическими зонами как у себя в Сингапуре, так и в других странах мира. В настоящее время по нашему заказу «Джуронг» дорабатывает мастер-план развития СЭС «Тарас» как промышленного кластера, включая вопросы выбора продуктов, технологий, лицензиаров, развития инфраструктуры, оптимизации схемы размещения, изонирования производства, логистики и так далее. На данный момент согласованы основные условия участия Джуронга непосредственно в управлении СЭС. Со следующего месяца в управляющей компании уже будут работать сотрудники от компании Джуронг. В рамках первой очереди нами реализуются 4 проекта, которые были упомянуты ранее. Это цианид натрия, каустическая сода, хлор, трехлористый фосфор, глифосат. Это полностью замкнутый цикл, который будет потреблять всю внутреннюю продукцию, и конечным продуктом будут упомянуты средства защиты растений. Все перечисленные проекты включены в республиканскую карту индустриализации и реализуются в рамках ГПФИР. В настоящее время у нас есть поручение фонда «Самрук-Казна» по созданию учебного центра. Мы проводили совещание 2 недели назад, и в течение месяца доложим вам результаты. Совместно с компанией «Джуронг» в Таразе и в Атырау мы будем создавать учебный центр. Это именно относится вот к вашему поручению, где планируем, ну, мы детально изучили опыт «Джуронга». Они прошли на самом деле этот же путь 20 лет назад. То есть у них уже наработанная методика не только по управлению СЭЗом, но еще и в части подготовки кадров. И
Нами уже определен перечень специальностей, в которых мы будем иметь потребность, начиная с 2014 года. И 2 года, 2,5 года – это как раз период, необходимый для подготовки ИТР высшего звена. Предварительно на территории свободной экономической зоны в период до 2020 года предлагается разместить до 20 химических предприятий и привлечь порядка 180 миллиардов тенге инвестиций. Следующий слайд. Аналогичная модель развития отрасли мы реализуем в СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический парк Атырау». На СЭЗ будут размещены производственные установки по переработке углеводородного сырья с месторождения Хашаган, Карышаганак, Тенгиз. В районе города Атырау предусмотрена территория площадью 285 гектар для предприятий малого и среднего бизнеса по дальнейшей переработке нефтехимического сырья с выпуском товаров промышленного и бытового назначения. Мы планируем полностью использовать потенциал в обеспечении малого и среднего бизнеса базовым сырьем для выпуска товаров промышленного и бытового назначения. На данном слайде я бы хотел сделать акцент на том, что стоимость реализуемых проектов, она уменьшается. То есть вот наиболее капиталоемкие проекты связаны с так называемым апстримом, то есть добычей сырья. Следующий этап – это наша ответственность, то есть проекты, начиная вот от 1 до 10 миллиардов долларов. Понятно, что это зона инвестиций, которая недоступна для предприятий малого и среднего бизнеса, но без этого звена, без его существования невозможно будет привлечь именно эти компании, небольшие, региональные, для того, чтобы они могли перерабатывать продукцию. И здесь следующий слайд. Мы бы хотели привести один из примеров в исполнении поручения главы государства о конкретизации деятельности по данным проектам. Значит, одним из практических шагов реализации кластерного подхода мы в текущем году, значит, строим завод по производству полимерной продукции. В июле планируем начать строительство, у нас уже завершено проектирование. Продукты предприятия будут востребованы на казахстанском рынке полиэтиленовой пленки, имеющей многоцелевое назначение, это сельскохозяйственная, строительная пленка и так далее. Биаксиально ориентированная полипропиленовая пленка, это пятислойная пленка нового поколения, производство, которое отсутствует в регионе Центральной Азии и в России, за Урале. Значит, далее следующим продуктом являются коробчато-клапанные ламинированные мешки, которые применяются для хранения и транспортировки сыпучих веществ. Сырьем для всех этих продуктов является продукция газохимического комплекса, и все эти продукты будут использоваться также в самом газохимическом комплексе для транспортировки продукции, ее упаковки и так далее. Этот проект реализуется нами как пример того, что можно делать из сырья. И сегодня экономика этого проекта, норма доходности составляет порядка 24%, это еще на импортном сырье. То есть это условия, которые создаются благодаря наличию СЭС, благодаря тому, что государство берет на себя строительство инфраструктуры. По этой аналогии мы планируем подводить инфраструктуру и выделить отдельные участки для малого и среднего бизнеса, чтобы вот и по примеру этого проекта можно было далее создавать подобные производства. Значит, на этом также в рамках этого проекта планируется реализация следующего этапа. Это медицинские пластики. Это тоже новое направление. В некоторой степени у нас пока применяются, ну, допустим, там для физраствора, для хранения крови применяются стеклянные тары. Есть новые продукты, они тоже также применяются, но рынок довольно широкий. У нас и в России и гемоклоны, и подобные виды продукции. Здесь мы планируем также работать совместно с Назарбаев университетом по разработке собственной технологии производства полимеров медицинского назначения. Следующий слайд. Отдельно считаю важным отметить следующий результат нашей работы в 2012 году, это то, что уже отмечал Сергей Леонидович, создание инжиниринговой компании. Это развитие нового сервисного направления, где мы создали совместное предприятие с иностранными партнерами для того, чтобы изначально закладывать правильную методику функционирования этой компании. Как, к сожалению, в Казахстане за прошедшие 20 лет были практически полностью расформированы, утеряны специализированные организации и кадры, способные проектировать и строить объекты химических производств. При этом уровень сложности таких объектов постоянно возрастает с разработкой новых технологий. Поэтому мы вынуждены пользоваться услугами дорогостоящих зарубежных компаний. В крупных технологически сложных проектах доля затрат на проектирование и инжиниринг составляет до 10% стоимости. Например, по газохимическому комплексу это будет 600 миллионов долларов США. До сегодняшнего дня все указанные средства осваивались иностранными компаниями. Кроме того, именно на этапе проектирования закладываются требования к материалам, оборудованию. И здесь иностранные проектировщики искусственно снижают конкурентоспособность отечественных производителей, что мы видим на примере других крупных проектов. Результатом участия специалистов нашей компании проектирования объектов газохимического комплекса стало соглашение об использовании с генеральным подрядчиком китайской компании Синопек не китайского оборудования, а уже казахстанского оборудования, которое будет представлять собой основную реакторную часть технологического процесса, то есть это самая сложная часть технологии.
Кроме того, участие в данном совместном предприятии высококвалифицированных иностранных партнеров дает нам возможность прямого доступа ко всем интересующим нас последним технологическим разработкам. Уже сегодня иностранные партнеры ОХК в рамках данного предприятия ежегодно обучают до 40 студентов химических специальностей КБТУ и прочих ключевых технических вузов на своих предприятиях. У нас, допустим, есть соглашение с компанией «Ламос», это лицензиар, который взял на себя обязательство предоставить нам технологию в рамках двух проектов. Мы у него приобретаем эту технологию, но в обмен они взяли на себя обязательство до 10 студентов ежегодно обучать в Гааге и в США, в Нью-Джерси, в своих лабораториях. Далее из этих специалистов они должны будут отобрать от 3 до 5 человек, которых примут на работу к себе с последующим переходом на работу на предприятие ОХК. Значит, в основном это будут инженерные специалисты в области технологий, техники, проектирования, строительства, производственной безопасности и экологии. Мы планируем, что наше сервисное направление в 2016 году будет способно выполнять работы любой сложности, включая проектирование промышленных объектов, надзор за строительством, сопровождение объектов на этапе эксплуатации, технологический инжиниринг, разработку проектов энергоресурсосбережения, управление проектами. Следующий слайд. В рамках второго этапа ГПФИР на основе кластерного подхода к 2020 году ОХК обеспечит в рамках реализуемых проектов 2 триллиона 140 миллиардов тенге инвестиций в химическую отрасль. Порядка 15 тысяч рабочих мест, из них 1,5 тысяч на этапе строительства и 3,5 тысяч высококачественных, высококвалифицированных постоянных мест на время эксплуатации проектов. Переработка 6,5 миллионов тонн сырья и выпуск из него до 5 миллионов тонн готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Освоение новых рынков СНГ, Юго-Восточной Азии, Восточной и Западной Европы. Здесь важно отметить, что при структурировании проекта в первую очередь мы выделяем внимание сбыту продукции, то есть для нас недостаточно только построить завод, что в принципе сегодня не является большой проблемой, а именно обеспечить сбыт, чтобы предприятие могло полностью функционировать и возвращать средства, вложенные государством. Поэтому по всем проектам, которые перечислены были ранее, у нас подписаны договора долгосрочные на сбыт продукции на условиях, которые удовлетворяют банкам. Далее, значит, мы должны обеспечить прямое косвенное воздействие развитию смежных отраслей экономики и созданию до 30 тысяч рабочих мест в малом и среднем бизнесе. Мы планируем использовать передовые технологии разработки от лидеров химической отрасли, сотрудничать совместно с международными лидерами химической отрасли и вузами страны по подготовке кадров и инженерного персонала. Переходя к основным задачам 2013 года, отмечу, что это запуск сернокислотного завода в Степногорске, как ранее было отмечено. Данный проект реализуется по графику, и, в принципе, здесь особых вопросов мы не видим. Вопросы финансирования решены. При поддержке Казатомпрома подписан долгосрочный договор на сбыт 100% продукции. В разрезе новых проектов важнейшими задачами 2013 года является продолжение строительных работ по инфраструктуре СЭС «Химпарк Тарас», реализация проекта KPI, там ведется строительство данных объектов инфраструктуры, проекты по производству пестицидов, полимерной продукции в Атырау. Я бы также хотел отметить, что в рамках СЭС «Химпарк Тарас» к упомянутым ранее проектам мы планируем дополнить в этом году проект по производству сульфата калия. Это удобрение, для которого у нас, в принципе, имеются все ресурсы, и имеется значительный спрос в Китайской республике. Стоимость проекта составляет порядка 300 миллионов долларов США. В данное время нами разрабатывается детальное технико-экономическое обоснование, и мы доложим по результатам в ближайшее время. Кроме того, важной задачей является расширение ресурсной базы проектов ОХК. При непосредственной поддержке Министерства нефти и газа и Казмунайгаза мы планируем в текущем году завершить переговоры по поставкам 800 тысяч тонн бутана из жирной пропан-бутановой фракции СТШО и НСИОСИ, 3 миллионов тонн конденсата и присоединения Карачаганак и до миллиарда кубов газа для обеспечения сырьем предприятий «Химпарк Тарас». Кроме того, мы завершаем переговоры с иностранными партнерами по организации геологоразведочных работ на перспективных месторождениях калийных солей в Западном Казахстане. Дополнительно рассматриваются варианты приобретения прав на фосфорные месторождения ЮКО и Жамбульской области. Также задачами на предстоящий период ОХК мы видим организацию финансирования для подготовки кадров, расширения программы, о чем я говорил ранее, строительство и организацию R&D-центров совместно с корейской компанией LG, о чем также будет доложено, строительные работы по инфраструктуре СЭС, химический парк Тарас и Атырау. Для целей модернизации бизнеса, расширения инвестиционных возможностей нами также изучается механизм и возможность привлечения прямых зарубежных инвестиций в капитал компании путем частного размещения, это private placement. Спасибо за внимание.